Привет, дорогие подписчики! Наконец-то мои ручонки добрались до Пенумбры. Вы очень долго меня просили пройти эту игру. Так что сегодня на улице тех людей, которые занимались долбанием меня на протяжении нескольких месяцев праздник, мы начинаем проходить Пенумбру. И, судя по всему, пройдем обе части. Третью мы трогать не будем, потому что ее никто не хвалит. Честно говоря, вот первые две хвалят очень даже. Так что пройдем первую, потом спустя некоторое время пройдем вторую. Для тех, кто в танке, кто не в курсе, что это за игра, это игра от создателя Амнезии, то есть сначала разработчики делали Пенумбру, несколько частей, потом сменили сеттинг, но в принципе игра осталась очень похожей, только она выполнена за чуть большие деньги, но суть примерно такая же, как и игровая механика. Так, ну и давайте начинать. Пожалуй, мы поставим нормально, потому что сложно в игре такого рода, я думаю, это будет не очень умно делать, особенно для прохождения, потому что... Ввязываясь в это дело, я не собираюсь будет очень сложно, ошибок, не будет очень интересно. Сделал мой отец. Говард исчез из жизни матери еще до моего рождения. Письмо отца пришло спустя несколько дней после ее похорон. Так я впервые услышал о нем. Жаль, что он был мертв. Писать послание с того света, видимо, наша семейная черта. В письме был ключ, несколько поручений и мольбы о прощении. Рассудив, что мое прощение ему было уже ни к чему, я стал думать о событиях, которых отец необъяснимо ждал со дня на день. Явно не расположенный к объяснениям, Говард ссылался на банк в Мейфере, о котором я никогда не слышал. В банке была арендована ячейка на его имя, а получателем значился я. Конечно, я туда отправился, как он и предполагал. Там я выяснил, что, несмотря на письмо, он официально считался мертвым почти 30 лет. Так что и старая книга, и стопка найденных мною записей по закону давно принадлежали мне. В письме отец требовал сжечь эти бумаги и не пытаться ничего выяснить. Но он допустил роковую ошибку. Ни один человек не в силах избежать силков любопытства, а я всего лишь человек. Университет, где я преподавал, считался колыбелью физиков и лингвистов с мировым именем. Я представлял физиков, поэтому обратился к знакомому языковеду за консультацией. Расшифровать книгу оказалось невозможно. Зато в записях упоминалось место в безлюдной части Северной Гренландии. Через год я сел на последний авиарейс в своей жизни. Глядя, как вместе с аэропортом исчезает за бортом цивилизация, я думал об отце, который вот так же исчез почти 30 лет назад, едва ли не в тот же день, и о том, что оставлял позади я. Мы сели на полоску льда шириной всего в несколько метров. Через несколько минут нанятый мною катер отправился туда, где меня ждало свидание с прошлым. Свидание с прошлым. Интересно. Возможно, наш герой еще более замудренный, чем Даниэль, собственно, из их же игры. Потому что что-то очень уж мутит. Мутит. Так, наконец-то мы почти добрались, надо уложить вещи. Может, я вдалеке от дома, но еще помню, что поднять вещи. Так левая кнопка мыши, присмотреться к ней получше, правая кнопка мыши. Да, у парня явно глюки, раз он свои руки называет кнопками мыши. То есть я понимаю, конечно, что это игровая условность, но так явно, по-моему, даже в Metal Gear не было. Так, ну что, давайте начинать. Механика, судя по всему, ровно та же, как и в Амнезии. Так, блокнот у нас, значит, N. Хорошо, блокнот пока пустой. Что-то я ничего в нем не вижу, честно говоря. Ну да ладно. Так, P это у нас сведения, но тоже ничего нет. Это что, трудница, что ли? А, это консервы. Понятненько. Понятно. Так, это челюсть акулы. Обалдеть. Бухло. Вот так вот мы с бухлом. Так, что у нас за карта? Гренландия, это, конечно, да, край мира. Давайте маленько увеличим чувствительность, потому что она что-то слишком уж низкая. Хотя бы вот так вот 1.4, я думаю, будет уже получше. Ну да, уже вполне неплохо.
Так, ладно, довольно неплохая, кстати, графика, особенно учитывая, что игра вышла... Так, что у нас в 2007 году? Фонарик. Хорошо. Так, ключ должен быть в инвентаре. Видимо, вот этот ящик, что ли? Я в игру не играл ни разу, даже не видел по ней никаких прохождений. То есть это будет абсолютно стопроцентный летсплей. Поэтому не удивляйтесь, если я буду временами тупить. Тем более, что тут говорили, что очень сложные головоломки и крайне нелогичные. Читаем, в принципе, по нашей методе. То есть ставите на паузу и читайте. Что сделаю я на момент, собственно, кодирования. Кто-то бухал. Кто-то жестко бухал, похоже. Так, ладно. Что мне там надо-то? Хрен поймешь. Список дел. Список дел пуст. Так, тут закрыто. Что нам с тобой делать? Куртка. Хорошо. Не совсем понимаю, честно говоря, кто я, что я, зачем я. Кто я и что я, конечно, понимаю, но на кой хрен я вообще поехал в эту Гренландию, мне не совсем понятно, было исступление. Так, ладно, хватит тупить, по-моему, пора как-то отсюда выбираться, потому что... Что-то, блин, я уже долго тут тусую, надо сказать, и, честно говоря, не очень понимаю... А, вот тут лучше, понятно. Маленько отличается все-таки она от амнезии по механике, поэтому придется привыкать, переучиваться. Так, огнестрелы мне, естественно, никто не даст. Так, батарейки для фонарика. Так, достану клавишей G. Хорошо. Ух ты. Она, походу, не кончается, да? Это же отлично просто. Так, ладно. Только сойдя на берег в холодный объятие надвигающийся буран, я понял, бла-бла-бла, боринг. Короче, прочитайте на паузе. Так, почему я один вообще? Я что, один на корабле? Куда я забрел? Надо бы спрятаться от бурана. Напоминает анабиоз, надо сказать. Так, я, похоже, в какую-то расщелину, что ли, залез. Я уже закоченел. Так, я, похоже, сейчас окончательно двину ноги. Копыта. Блин, ты посмотри, у меня же все кончается. Давайте быстро побежали, куда глаза глядят. Допустим, вот сюда. Так, заледенело, надо чем-то разломать. Насколько я понимаю, там были камни сзади, видимо, ими. Давай, 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 братан. Сейчас мы замерзнем, кедрень и фене. Давай, давай. Блин, какой тяжелый камень, а? Иди-ка он туда. Давай, давай, давай. В режиме взаимодействия. А, вот, хорошо. Все понятно. Так, быстро открываем, пока не задубели. Так, ты что не открываешься? Подождите. Что-то я, видимо, делал не так. Блин. Довольно непривычно, надо сказать. А, все, понятно. Режим взаимодействия включается и выключается. Так, ладно, проходим вниз, внутрь. Там явно будет лучше, чем снаружи, потому что дубить мне что-то неохота. Один раз я отморозил себе палец на руке. Крайне неприятное было воспоминание. Так, и что? Какого хрена? Что за шепот? Боже, моя голова, не могу поверить, что свалилась с такой высоты. Твою дивизию. Решетка, колодец вниз. Ну, пока что вроде как все спокойно. Это что у нас за ящики? Ограниченная партия боеприпасов. Ну, естественно, нам их использовать никто не даст. Так, темно. Темнота, это, конечно, визитная карточка игр от Frictional Games. Поэтому удивляться особо тут нечего. Так, правильно, бочки хорошие, тяжелые, так что...
что я взял сигнальный факел. Надо сказать, уже довольно-таки жидковато. Я опять играю ночью, то есть попробуй ударить молотком, удерживая клавишу взаимодействия. Можно замахнуться, двинув мышь вправо, а потом ударить, сместив мышь обратно. Хорошо. Так, а если после замаха я зажму клавишу просмотра? Что-то как-то это все, блин, сложно. Так, это видим сюда? А, все правильно, хорошо. Хорошо, так. А, понятно, вот так вот задержишь, потом вот так ударяешь. Ну ладно. Хорошо. Опять же, в этой игре не помешало бы. Вернее, такая игра не помешала бы PlayStation Move, потому что это буквально идеальная прямо игра была бы для этого контроллера. Или хотя бы для Wiimote на приставке Wii. Ой, так, извините. Надо сесть поудобнее. Ага, там я что-то вижу. Хорошо. Так, ладно, куда мы вообще попали? Хоть и старый, но боумер ко мне возьмешь. Но у меня есть вот такая хрень. Но... Ой, пардон. Надо привыкать к управлению. А, ну все, отлично. Так, что-то, блин, мне этот туннель не особо, надо сказать, радует. Может, тут у нас что-то хорошее? Блин, а как тебя открывать-то? А, все понятно, надо молоток убрать сначала. Дверь не открывается. Ну, все понятно, значит, нам нужно таки идти сюда. Хорошо. Это что за... блин, я надеюсь, эта штука не кончится. Так, 60 зарядов батарейки. Светится жутковато. А мне она, кстати, больше нравится. Она мне напоминает... эту, как масляную лампу из Амнезии. И, в принципе, довольно хорошо все освещает. Так что грех жаловаться. Так, это я куда-то пришел. Ну-ка, подождите, давайте осмотримся сначала. Сдается мне... Ух ты, блин. А, все понятно, отсюда пришел. Так, давайте попробуем посветить фонариком. А фонарик, кстати, светит, по-моему, даже похуже. Но, с другой стороны, у него направленный пучок света, поэтому он светит подальше. Так, а тут-то что? А, все. Туплю, извините. Фу, так. О-о-о-о. Тихо. Блять. Да что ж ты не лезешь-то, ну? Ладно. Ладно, спокойно. Блин, да как неудобно тут эти кнопки расположены. Туда я уже не хочу, надо сказать. Подождите, вот это, по-моему, та самая дверь, которая была подперта. Ну-ка. Блин, какой на заднем плане неприятный музончик такой. Амнезию, опять же, напоминает дежавю буквально в каждом моменте. Так, что это такое? Какой-то механизм фабричного производства в середине. Бла-бла-бла. Так. Сюда, видимо, какой-то надо рычажок, что ли? Нет, но работа, конечно, со светотенью здесь выполнена на 5 с плюсом. Ну, придется сюда идти. Так, толщина этого люка, что надо, руками нужно... блин, а как тебе открыть-то? Может, у меня есть что? Да нет. К сожалению, я не могу туда запрыгнуть. Ну, давайте по новой пойдем, что ли, я не знаю даже. А, вот, посмотри. Трутница. Хотя, это, конечно, не трутница. Сигнальный факел. Интересно, сигнальный факел как кидать. Так, ну-ка, вот так попробуем. А, ну он, естественно, конечный. И светит, надо сказать, не намного лучше, чем... Подождите. Не намного лучше светит, чем, собственно, наш...
как его назвать, я не знаю, этот мини-фонарик химический. Но по-своему тоже хорошая штука. Может, конечно, ей можно кого-то убить, я не знаю, но... В принципе, ладно. Тоже пригодится. Блин, я что-то путаться начинаю. Как-то тут до хрена всего. Так, ну отсюда я иду, иду и попадаю на выход. А если я иду сюда, то, соответственно, я попадаю обратно туда. Твою мать. Чё ж тут вставить-то тогда надо? Блин, а долго сигнальная эта ракета горит, да? Это хорошо. Так, что же, чем же, как же? Что-то мне сюда надо вставить. Что конкретно? Блин. Давай. Бочки тяжелые. Так, давайте осмотримся. Ничего тут нет. Да, эта игра, судя по всему, гораздо... О! Понятно. Игра, судя по всему, гораздо более квестовая, чем Амнезия. И это по-своему хорошо. Единственное, я надеюсь, что я не буду... застревать на каждом месте по несколько десятков минут. Хотя да похеру. Так, мне, видимо, покрутить теперь это надо, что ли? Ага. Отлично. Не знаю, что это за место. Запечатано пару стальных люков. Блин, а? В арктической глуши. Понятно, почитаем, в общем, на паузе. Так, это что такое? Это не тень там случаем где-то прорастает? Почему земля трясется? Ой, да когда ж ты кончишься, а? Чтобы не выдать, пригибаться и оставаться в тени. Да я знаю, у меня навыки уже в амнезии выработаны. Так. Все, я тебя выкинул, лучше, а то ты меня... доведешь. Замереть в темноте на пару секунд, тогда меня почти не будет видно. Из этого я могу сказать, что, видимо, сейчас мне придется от кого-то прятаться, что ли. Это меня не радует. Так, если оставаться неподвижным, можно встать и дать привыкнуть глазам к темноте, понятно. А, вот. Ну, собственно, как в амнезии. Я надеюсь, ты тут не будешь сходить с ума от страха. Так, ну, вроде как нет. Здесь даже нет такого показателя, как мозг. Хорошо, канцелярия, склад, мастерская, взрывчатка. Твою мать, куда я попал? Бляха-муха. Так, а вроде никого нет. Я надеюсь, они хотя бы рыком тут будут предупреждать как-нибудь, прежде чем появиться поблизости от меня, потому что если нет, это плохо кончится. Это плохо кончится. Так, что это за... А, это вот эта бочка, что ли? Большой деревянный ящик. Спасибо, Кэп, я бы в жизни не додумал. Так, это что? Ну ладно, я пока не понял, как это сказывается на моей психике, то что... так, тихо. То, что я нахожусь в темноте, возможно, никак. Я очень на это надеюсь, потому что этот топий опиат в амнезии был, по-моему, довольно-таки спорным решением. Так, вот эта штука в амнезии тоже была, я так и не понимал, что это такое. Оказывается, это привет из пенумбры, значит. Так, человек уже старый сжимает что-то. Знаком мне. Понятно, я называю его отцом. Отлично. Нечто коснулось моей памяти. Хорошо, войсковой рапорт. Читаем его. Отлично. Так, ну все, мне закрыть бы тебя. Это что? Бакстрин. Что такое бакстрин? Склянка, понятно, может пригодится. А может и нет. Время покажет.
Хорошо, это что у нас тут? Блин, вставай давай, вставай! Полностью заряженные батарейки, отлично. Я их практически не использую, пока, видимо, мне где-то в дальнейшем пригодятся. Ах, ну ладно. То есть, насколько я понимаю, это амнезия только в современном сеттинге. Копенгаген пост, понедельник. Галлюцинации. Ключик. Интересно, от чего? Ну, тут, судя по карте, я понял, что идти можно до хренища куда. Так, что у нас тут похоже? Ничего, что ли? Да, ничего. Ох, что-то как-то мне неспокойно здесь, надо сказать. Еще одна сигнальная. Может, они как-то врагов отвлекают, я не знаю. Пока что я пользы от них особо не увидел. Прогнил насквозь из-за дыры в потолке. Понятно, ну, оттуда сырость, влага и все такое. Хорошо. Ух ты. Ууу, что это такое? Вяленое мясо. Зачем мне может понадобиться еще и с душком? Зачем такие вещи сувать в карман? Ты прям как Итан Марс или Итан Томас, как там его звали-то, в Кондемнте, который дохлых птичек совал по карманам. Только так, только в путь. Ладно. Это что такое? Обезболивающее, понятно, это аптечка, видимо, местная. Так, это не тот ли маленький ключик, который я подобрал? А, кстати, где он? А, вот он. Да-да-да. Химия взрывчатых веществ. Издание. Так, бла-бла-бла. Читаем на паузе. А почему третья страница вообще пустая? Одна мера диатомита. Три меры нитроглицерина. ТНТ. История создания тринитротолуола. Смесь Армстронга. Хорошо. Ну и ладно, в принципе, я думаю, это прекрасный момент завершить первую серию с почином меня и вас. Я очень рад за тех людей, которые давно меня просили и наконец дождались. А вот то, что, собственно, я начал в нее играть, я, честно говоря, не очень рад, потому что игра опять вымотает, судя по всему, все мои нервы. Даже сейчас, никого не встретив, я уже понимаю, что игра крайне жутковатая. Играть в нее в наушниках мне будет опять-таки очень неуютно, как и в амнезии. И я надеюсь, мне не понадобится после нее отдыхать месяцок, как понадобилось после амнезии. Тем не менее, начинаем проходить. И, в общем, все. На этом первую серию закончим. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.